Всем привет! Мы на канале «Современные родители». Продолжим говорить о прогулочных колясках. Сегодня героем обзора стала модель EasyWalker Buggy «Трость». Вашему вниманию главные характеристики, комплектация и основные положительные и отрицательные стороны коляски. В описании оставлю подборку ссылок на актуальные цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Прогулочная коляска невероятно легкая и простая в управлении, а продуманная до мелочей конструкция обеспечивает комфортную посадку ребенка. Новая модель исполняется в привычном для бренда дизайне. Он классический снаружи и ультрасовременный внутри. Сиденье отдает спортивными веяниями, тогда как обшивка коляски консервативна. Целых 8 цветов на выбор. Сочетание прекрасных тканей, модного внешнего вида, легкого веса, а также высокого уровня качества и полезных функций. Коляска-трость играючи выдержит испытания бордюрами, тротуарной плиткой и дорожками парка. Удивительную маневренность ей придают поворотные передние колеса. Несомненный плюс – амортизация, как на передних, так и на задних колесах. Ножная тормозная система. Когда прогулка подойдет к концу, коляска за считанные секунды превратится в компактную трость. Благодаря ремешку на раме, заботливо предусмотренному производителем, коляску удобно нести. Создатели позаботились о том, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться прогулкой. Спинка эргономичного сиденья, которое фиксируется в четырех позициях, раскладывается до положения лежа. Для комфорта малыша спальное место дополнительно увеличивает удобная регулируемая подножка. Дышащий гипоаллергенный матрасик коляски можно легко снять и постирать в машинке. Сиденье широкое и просторное. Даже крупным и рослым малышам будет комфортно. От яркого солнца защитит большой раздвижной капюшон с дополнительной секцией на молнии, а на случай дождя или сильного ветра предусмотрен удобный дождевик. Он входит в комплект коляски. Кроме того, для безопасности малыша и спокойствия мамы коляска снабжена пятиточечными ремнями. Они надежно защищают непоседу, в то же время давая ему возможность свободно двигаться. Для большого комфорта ребенка ремни дополнены мягкими плечевыми накладками. Можно установить и съемный бампер, он также входит в комплектацию коляски. В коляске есть корзина, в которой можно сложить уличные игрушки и покупки. Предлагаю ознакомиться с отзывами реальных покупателей. Они выделяют несколько отрицательных и положительных сторон. Сначала о минусах. Тормозная система не очень удобная. Дождевик, который идет в комплекте, не закрывает капюшон. При полностью опущенной спинке откатывать коляску задним ходом надо осторожно, теряется устойчивость. Очень тряская. Надо докупать аксессуары. Колеса в сложенном состоянии пачкают внутреннюю сторону капюшона. Теперь перейдем к плюсам. Шикарный козырек отлично защищает от солнца и непогоды. В боковых частях коляски есть вставки из сетки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Модель бесшумная, ребенок ни разу не проснулся во время прогулки. Материал коляски гипоаллергенный. Удобный тормоз, фиксирующий колеса. Спинка раскладывается и занимает 4 положения. Пластиковые детали хорошего качества, ручки обтянуты кожей. Не пропускайте новые обзоры. Для этого включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, а также делитесь мнением в комментариях. До скорой встречи на канале «Современные родители».